Мы скоро похороним себя под мусором. А машины эти? Ходить невозможно. Увидишь, мы здесь все наладим. Народ устал и хочет перемен. Они все за тебя. За нового мэра. Изменения возможны. Да! Сегодня мы все вместе начинаем новую историю. Пьер Паоло ясно сказал, проект должен быть сделан строго по закону. Да у него это по закону, как слово «паразит». Ну, как мы говорим, мать вашу, а он по закону. Всех увозить отсюда, хоть приберемся немного. Разрешение на продажу овощей и фруктов кто тебе выдал? Мой отец. Это эйфория первых дней работы. Вот увидите, Пьер Паоло думается. Ведь и нам он заслуженно поднял плату за мусор. Вот козел. Господа, он губит наш город. Мы же все за него голосовали. Разве так можно? Они должны были сказать, что он и вправду честный. А столько всего нужно сделать. Еще больше? Он ввел раздельный сбор мусора. Все бездельничали. Постовые, экологи. В администрации проверяют, все ли служащие на рабочих местах. Эй, а чашки? Да я понял. А в Милане куда вы бросаете салфетки, испачканные соусом? Какого лешего вы решили выбрать честного мэра? Мы тебя расчленим. Кишки во влажные отходы, а кости в неразобранные выкинем. Это что, экологически чистая угроза? Как-то спонтанно получилось, Сальво.